уже второй день обычного дня моего Playground, когда я съел своего друга кокоса, и из воздуха прям тут где-то заспавнился киви. Но я-то был парнем умный и сожрать его решил. А он был довольно вкусный. А ты вкусный. Ням-ням. Я его сожрал. И после того, как я его сожрал, услышал какие-то рычания на улице. Я решил пойти проверить, все ли там нормально. Но там стояла всего лишь моя ласточка. И все. И больше ничего. Но передо мной появилась какая-то сущность, которая прямо на меня полетела и своими щупальцами разбила мою ласточку. Ты чё, офигела? Ты бы лучше дом поломал. Ай, бля, ты лучше бы дом сломал, придурок. И он начал крушить мою машину. Ну, такое у меня каждый день, так что не удивлюсь. Просто осьминожка летает. В Венди я уже давно был. Это уебище мне... Ой, извиняюсь. Этот дебил мне разрушил мою машинку. Я решил его убить. В итоге я его убил, и мне теперь было не на чем ехать, так как... Но машина прям передо мной появилась. И, в принципе, ничего необычного. Я решил в нее сесть и куда-нибудь поехать. А точнее поехать в банк, возвращать кредит. Так как мне вчера звонили и домогали. Я сел в свою машину и поехал в банк, так как мне нужно было возвращать кредит, который я до сих пор не вернул. Я его уже где-то года три не возвращал. Мне уже названивают коллекторы, чтобы я его вернул. И передо мной появилось опять это существо и поломало мне стекло. И отлетело. И поломало мне фары. И немного исказило капот. Из-за этого я немного остановился. И немного... И еще потом минут 10 думал, что это было. И тут мир Melon Playground начал жестко лагать. Ну чё, сука, когда будешь кредит отдавать, я не отдам вам его. Ты чё, Эл? Ну сказать только одно я могу. Не люблю я дерзких. Сейчас кое-что из инвентаря достану. И что ты там такое достай? Кредит лучше бы вернул наконец-таки. Ой-о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 й
Не люблю я дерзких. Так, с этими надо что-то делать. Сожру-ка их шлемы. А, это же те кокосы киви, да? О, второй. Я решил замести следы преступления. Я пришел со здоровенным мешком, в котором лежит... Со здоровенным ящиком, который, в принципе, мне и отдавали. Когда я брал кредит, мне отдавали вот такой ящик примерно. Я взял его в руки. И пошел возвращать кредит. Я зашел, я открыл дверь в банк. Главное сейчас ящик с деньгами не поломать. Здравствуйте, баба Зина. О, наконец-то пришел кредит мне возвращать. Ну да, кредит. На, забирайте свой ящик.
Ой, спасибо. А еще одно. Это ограбление! А ну-ка отошли все, это ограбление! Никому не двигаться, это ограбление! Точно, у меня же пистолет. И что, баба Азина, я же бессмертный. Вы что, забыли? Балку надо убрать. Летай. Так, там шприц огнестойкости, но я бессмертный. Ай. Открываем дверь. Летай. Мешаешь мне. А у нее пистолет? Да! Ничего себе, здесь защита. Ну и как обычно, в принципе, я пошел грабить банк. Но это заметил дядя Вася, охранник. Он решил спуститься и набить мне морду. А я в то время воровал бриллиант. Отстегивал бриллиант. Ну и пока я отстегивал бриллиант, дядя Вася умер неизвестно чем. Отразился лазер в него или что-то такое подобное. Вот в него лазер отразился случайно. Ой. Ну и в принципе поджег его, этот лазер. Лазерная пушка отлетела и начала поджигать дядю Вову. Так как там произошел сбой. Короче, дядя Вася начал гореть. Как это мягко так сказать. И выронил моей руки телефон, камеру. А я в то время отстегивал бриллиант. И я успешно украл бриллиант. Это был очередной бриллиант. Это был не пранк. Я взял его в руки. Я взял в руки бриллиант. Вот так вот. Я своровал бриллиант и пошел на выход. На выходе меня уже, как обычно, ждала убитая тетя. Я открыл дверь и просто вылетел с бриллиантом. Но он зацепился. Я решил закрепить дверь, вообще убрать ее куда подальше, чтобы она мне не мешала. Так. И просто вылетел из банка. Когда произошло ограбление, теперь этот банк не просто, а заброшенный. Я решил разбить стекло, но оно оказалось прочнее, чем я думал. Я просто вылетел из банка, и в меня выстрелили. Ну, я же бессмертный. Я просто полетел в неизведанном направлении и взорвался на мине. Но я-то был бессмертный. И, короче, с тех пор я стал жить на отличной вилле. Вот так и заканчивается второй обычный день.